Итак, коллеги, добрый день. Я рада вас приветствовать на новом вебинаре компании Codrline. Компания Codrline – это компания 1С Franchising. У себя на экране вы видите наши контакты, электронную почту, номер телефона. Компания занимается внедрением и сопровождением продуктов 1С. В компании работает огромное количество сотрудников. Если у вас есть потребность в консультации нашего специалиста, вы можете обратиться по номеру телефона или по электронной почте. Также хочу обратить ваше внимание на канал Telegram ERP. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. В данном канале Telegram мы публикуем все самые новые материалы, новые статьи, ведутся обсуждения, поэтому подписывайтесь, кто еще к нам не заходил. Меня зовут Моисеева Екатерина, я ведущий консультант-аналитик 1С. Сегодняшний вебинар будет посвящен теме кадрового учета в 1С ERP 2.5. Многие организации выводят, конечно, зарплату и кадры в другие программы системы решения 1С. Но в 1С ERP 2.5 также представлена большая возможность для ведения кадрового учета и начисления заработной платы. Поэтому предлагаю затронуть эту тему. Итак, в сегодняшнем нашем вебинаре мы рассмотрим следующие вопросы. Посмотрим вообще, где находится кадровый учет в 1С ERP. Посмотрим, какие есть настройки системы. Посмотрим настройки штатного расписания. Создадим физическое лицо и примем сотрудника на работу. Давайте вспомним, что такое кадровый учет у нас. Кадровый учет – это ведение всех документов, которые связаны с сотрудником. Значит, таким документам относятся штатное расписание, табеля учета рабочего времени, оформление приема на работу, отпуска, увольнения, больничные и многие-многие другие электронные трудовые книжки. То есть все-все это относится к кадровому учету. И, соответственно, в программе 1С ERP все это реализовано. Давайте переходить с вами в систему и будем работать уже там. Итак, у меня демо-база 1С ERP управления 2.5. Посмотрим релиз. 2.5.11.96. У вас может быть другой релиз, может быть немножко отличаться, но в принципе все должно быть практически идентично. Итак, начнем с вами с настроек в системе. Идем в наш раздел NCE и администрирование и перейдем в настройки раздела кадры. Вот он здесь находится. И давайте посмотрим, что нам предлагает система, какие настройки. Значит, мы можем, во-первых, главное поставить галочку «Используемую программу для кадрового учета расчета зарплаты», либо «Ведем в другой системе». Соответственно, если вы ведете там в ЗУПе, допустим, и сюда выгружаете, то эту галочку вы снимаете. У меня эта галочка стоит, потому что я буду демонстрировать, соответственно, функционал этой системы и то, как работает она. То есть мы программу используем для кадрового учета и расчета заработной платы. Есть возможность интеграции с порталом «Работа в России». Для этого вам нужно иметь логин и пароль для сайта. Сайт Центра занятости Труд-7. Дальше ставим галочку «Контролировать уникальность табельных номеров». Если, соответственно, у вас
большое количество сотрудников, и чтобы табельные номера не задваивались, мы устанавливаем эту галочку. Также есть возможность поставить галочку «Использовать работу по неполной ставке». То есть, если, допустим, у вас сотрудники работают не на полную ставку, на 0,5 ставки, на 0,25 ставки, тогда, соответственно, ставите эту галочку, и у вас будет доступна эта функция в системе. Используются подработки. Точно так же. Ставим галочку, если у нас внутреннее какое-то совместительство без оформления приема на работу, то, соответственно, тогда мы ставим эту галочку и используем эту функцию. Отображать изменения оплаты труда в личной карточке Т2. То есть все мы знаем, что по сотруднику ведутся личные карточки, унифицированная форма Т2. Ну и вот в соответствии, если мы поставим эту галочку, то будут заполняться все повышения окладов, допустим, по сотруднику, будут выводиться эти данные, соответственно, в личную карточку. Дальше. Заполнять сведения о трудовой деятельности работника до 2022 года. Имеется в виду, грубо говоря, электронная книжка. То есть, если мы включаем эту галочку, то мы можем регистрировать мероприятия по сотруднику до 2020 года и, соответственно, их регистрировать в сведения о трудовой деятельности работника. Далее. Использовать для мероприятия прием перевод увольнения два документов основания. Может быть два документа, вернее, два основания в документе. Ну, там, допустим, приказ и еще что-то. То есть, может быть, два основания. Если такое практикуется в вашей организации, тогда мы ставим галочку. Прием на работу без приказа о приеме. Это для упрощенного учета, если мы ставим эту галочку. Соответственно, мы не формируем приказ о приеме на работу. И, соответственно, мероприятие, это будет использоваться номер и дата трудового договора при отправлении данных в контролирующие органы, в трудовой книжке. То есть не будет приказа на работу, а будет просто номер, дата трудового договора. Если предприятие малое, то, может быть, есть смысл поставить эту галочку. Ну, если большая организация, то, соответственно, приказы по приеме на работу, естественно, используются и подписываются руководством. Далее, в полях ввода сотрудников учитывать изменения фамилии. Соответственно, ставим, и можно будет искать сотрудники ранее, которые поменяли фамилию. Ну, соответственно, у девушки была девичья, потом вышла замуж. Соответственно, с помощью вот этой опции можно искать. Поддерживать несколько временных кадровых изменений. То есть, соответственно, ставим галочку, и тоже эта функция будет включена. Использовать общий период отпуска в документах. Будет указываться все возможные виды отпуска, учитываться. Используется работа с коронавирусом. Это, допустим, ну, может быть, сказать, уже пережиток прошлого, но кто знает, может быть, нам опять это грозит. То есть, если сотрудники работают с коронавирусом, может быть, какие-то медицинские организации или что-то такое, то тогда, соответственно, ставится галочка. А социальные выплаты отдельным категориям медработников, опять же, для медицинских организаций. Далее переходим к разделу штатного расписания. Настройки штатного расписания. Здесь у меня указаны. Указываются вилки окладов, ведется история изменения. Идет, осуществляется автоматическая проверка кадровых документов по соответствию штатному расписанию. Допустим, если вы ведете несколько компаний и, допустим, человека нужно перевести из одной организации в другую организацию, и чтобы человек не потерял свой отпуск накопленный, тогда ставится галочка «Использовать перенос отпуска при увольнении переводом». Тогда, соответственно, будет отпуск наш считаться полным.
Для воинского учета, соответственно, если вы в этой программе, в системе хотите вести воинский учет, ставите и сможете вести воинский учет мужского населения. То есть все, что подлежит. Ведение специальности сотрудников. То есть, допустим, бывают организации, у которых есть должность, а этой должности может быть несколько специальностей. Допустим, ну, вот занимающий человек должен иметь несколько специальностей, чтобы, ну, подходить под эту же должность. Да, вы ставите эту галочку, и, соответственно, можно будет это вести в системе. Вот. Ну и, соответственно, правила формирования, сервис 1С, кабинет сотрудника. То есть вот это все наши настройки. После того, как мы настроили кадровый учет, мы можем перейти к настройке штатного расписания. Итак, у нас есть раздел «Кадры» и штатное расписание у нас находится ниже. Здесь можно сделать отбор по организации, либо смотреть сразу по всем компаниям. Ну вот, допустим, выбрали мы металл-сервис. И видим, что у нас есть одна позиция мастера производства. Ну, давайте создадим еще одну позицию. Тоже в этой организации. Выбрали подразделение, в котором будет находиться эта позиция. Ставим дату утверждения. Ну, допустим, пусть будет 1 июля. Должность. Ну, допустим, пусть будет старший кладовщик. У нас на производстве вводим новую позицию. Если нужна тарифная группа, создаем. Добавляем начисления. Давайте посмотрим, какие у нас есть варианты. У нас есть оплата по часовому тарифу. Надбавка за выслугу лет. Оплата по окладу. Оплата по окладу по часам, сдельный заработок для работающих по окладу, сдельный заработок по выработке для работающих по часовому тарифу, ну и, допустим, премия. Это то, что сейчас заведено. Вы можете создавать свои виды начисления по кнопочке «Создать», и, соответственно, здесь создается. В рамках нашего сегодняшнего вебинара рассматривать создание нового начисления я не буду. Но если у вас этот вопрос интересует, интересен, то напишите тогда комментарий, пожалуйста, в чате. И, соответственно, я проведу новый вебинар, где будем подробно рассматривать возможность, как создать новое начисление. Пока я выберу самое простое, потому что наш первый сегодня вебинар, он, грубо говоря, обзорный. И возьмем самое простое, что есть в организации, это оплата по окладу. Выбираем. И, соответственно, ставим начисление оклада. Ну, допустим, пусть наш кладовщик будет получать 100 тысяч рублей. Записать и закрыть. Теперь, если, допустим, данная позиция больше не будет использоваться, мы ставим галочку «Закрыто и больше не используется». И с какой даты? Допустим, с 1 августа 2024. При формировании позиции штатного расписания также можно добавить отпуск. То есть, если, ну, у вас стандартная организация и основной отпуск, то, допустим, количество 28 дней.
Допустим, ну, здесь приведено несколько примеров, да, дополнительно оплачиваемого отпуска. Ну, допустим, по результатам какой-то комиссии, что у вас, допустим, вредные условия труда, могут добавляться дополнительный отпуск, ставить это количество дней, либо напряженная работа, либо еще что-то, ну, какие-то условия, которые предусмотрены, либо вашим, допустим, соглашением по организации, по всем кадрам, у вас есть какой-то дополнительный отпуск, да, вы ставите здесь, добавляете, ставите какой дополнительный отпуск, сколько дней. Трудовая функция можно создать из справочника, посмотреть код по ОКЗ, общероссийскому классификатору, выбрать. Ну, либо использовать ту, которая уже есть. Ну, вот, допустим, слесарь, инструментарщики и рабочие. Записали, закрыли. Дальше. Для того, чтобы данная позиция стала действовать, мы должны их утвердить. И ставим, допустим, с какой даты. Ну, пусть там 1 июля утвердили. Данная позиция у нас стала утверждена. Теперь давайте посмотрим, какие можем мы вывести печатные формы. Ну, естественно, унифицированная форма, штатное расписание Т3. У нас сформировалось наше штатное расписание. И мы видим, что у нас две должности. Здесь то, что мы завели, оклад вышел. А по второй должности оклад был не указан, поэтому, соответственно, тарифная ставка сюда не подтянулась. Давайте мы можем это исправить, добавить оплату по окладу, поставить, допустим, 70 тысяч, утвердить. Давайте посмотрим теперь наше штатное расписание. Вот мы видим, что наша вторая тарифная ставка появилась. Итого по документу у нас посчиталось 170 тысяч, две штатные единицы. Соответственно, по кнопке «Печать» выводим на печать и подписываем у руководителя организации. Есть такая еще формочка внутренняя. Это уже не унифицированная. Ну, допустим, в таком виде вы у себя подписывать будете дополнительно. Соответственно, тоже выводим, печатаем. Можно сделать анализ. Соответственно, что нам покажет с вами анализ, сколько у нас запланировано и сколько занято у нас сотрудников по принято, грубо говоря, по этой должности. Вот здесь мы видим два, а в штатном расписании у нас один. Соответственно, мы видим, что у нас идет превышение фото. А фактически вот эта цифра подтягивается из приказа о приеме на работу. То есть, соответственно, мы приняли какого-то сотрудника, у которого оклад больше, чем по штатному расписанию. Я вам могу даже показать этот документ. Это сегодня я его создавала и поставила фото 100 тысяч. И вот, соответственно, мне система показала, что, во-первых, я приняла сверхштатного расписания и, соответственно, отклонение. Эту тоже мы можем формочку распечатать и иметь. Ну, теперь давайте с вами перейдем к созданию физического лица. То есть мы создали с вами должность в штатном расписании, и мы должны с вами создать физическое лицо. Значит, где они находятся? Ну, естественно, в разделе «Кадры» есть физические лица.
И в NCE-администрировании тоже есть ссылка на этот же справочник «Физические лица». Но подразумеваем, что вы кадровик, у вас есть доступ, допустим, к этому разделу, а к NCE-администрированию нет. Соответственно, вы заходите здесь. Физическое лицо. Ну и давайте создадим. С вами физическое лицо. По кнопочке «Создать» нажимаем. Ну, допустим, Иванов Иван Иванович. Группа доступа. Вы можете создать несколько групп доступа физических лиц, соответственно, настраивать в соответствии с трудовыми функциями и все это вести. Дата рождения, допустим, 01 июня 1970. Пол мужской. Ведем ИНН. ИНН, естественно, берем из документов сотрудника. Если вы вводите неправильно ИНН, то, соответственно, вам подсвечивается красненьким и пишет, что контрольное число для ИНН не совпадает. Проверяем. Редактируем. Все, подсветилось черным, значит, ввели все правильно. Вводим СНИЛС, страховое свидетельство пенсионного фонда. Допустим, тоже ведем неправильно. Точно так же подсветилось красненьким. Проверяем, редактируем. Видим все правильно. Допустим, место рождения, страна Россия. Ставим гражданство, в какой стране имеет. Ну, в данном случае Россия. Если нет гражданства, ставим без гражданства. Если гражданство отличается от России, то мы ставим ИНН в стране гражданства, если имеем информацию. Введем данные документа, удостоверяющего личность. Стандартно выбираем паспорт гражданина Российской Федерации, но есть у нас и множество других вариантов. Вводим серию номер. Ввели неправильно, опять же красным подсветилось. Кем выдан? Дата выдачи. Если есть информация, код подразделения, срок действия. Ну и сведения о документе подставляются автоматически датой выдачи. Сохраним. Здесь мы вводим адреса и телефоны. Электронную почту. Телефоны, адреса по прописке, по проживанию. Давайте какую-нибудь. Введем какой-нибудь адрес. Будет улица Строителей.
Адрес проживания заполнился. История работы мы можем ввести, где он ранее работал. Сохранить. Статус ставим потом налог на доходы. Значит, допустим, резидент. Какая организация? Налоговый период. Справки. Какие справки может нам дать человек? Ну, допустим, о несудимости. Вот, о наличии, отсутствии судимости. Вводим данные. По справкам. Если сотрудник получает зарплату по зарплатному проекту, то, соответственно, ну, во-первых, у вас будет информация по зарплатным проектам, и здесь вы вводите номер лицевого счета. Соответственно, если есть необходимость, чтобы я потом подробно рассмотрела создание зарплатного проекта номера лицевого счета, тоже пишите в комментариях. В одном из следующих вебинаров все это покажу подробно. Ну, либо, если не зарплатный проект, то просто банковский счет создаем. Куда будет сотрудник получать зарплату, если получает безналичным? Видим. Ну вот, записали, закрыли, создали мы с вами физическое лицо. Теперь после создания физического лица мы можем сделать с вами приказ о приеме на работу. Опять же, возвращаемся в наш раздел кадры приема, перевода и увольнения. Сотрудники. Так, металл-сервис. Ну, создадим прием на работу. А чем отличается прием на работу от приема на работу списком? То есть прием на работу вы выбираете, если вы принимаете на работу одного сотрудника. Если, допустим, вам надо массово принять большое количество сотрудников на работу, то выбираем прием на работу списком. Ну, в данном случае буду принимать одного. Соответственно, выбираю прием на работу. Итак, сотрудник Иванов не ищет. Почему? Потому что данного сотрудника мы еще не создали. Нажмем плюсик. После того, как мы нажали плюсик, система автоматически ищет физическое лицо с похожими именами и дает нам подбор. Вот, соответственно, у меня тут три Ивановых, два Ивановых, одна Иванова. Я смотрю, что да, это тот, кто мне нужен. Выбираю, да, это тот, кто мне нужен. Если это другой человек, сами понимаем, что Ивановых, Иванов, Иванович, ему может быть много. Тогда мы создаем, пишем «нет» и «другой человек», создаем новое физическое лицо. Выбираем «да», это тот, кто мне нужен. И автоматически у меня создался сотрудник. Дата приема. Сегодняшнее число. Испытательный срок, ну, допустим, 1 месяц. График работы. 5-дневка. Ну, если у вас, допустим,
какой-то другой график работы, бывает там на производствах, там скользящий, там шестидневка или еще что-то, соответственно, то здесь создается ваш график работы. Опять же, если данная тема интересна, пишите в комментариях, отдельно рассмотрю вопрос, как создавать график работы сотрудников. Пока выбираем тот, что есть, нашу пятидневку. Нажала я «Заполнить», соответственно, автоматически на 2024 год по нашему календарю производственному подтянулись все значения. Вид занятости. Ну, основное место работы, может быть, внешнее совместительство, внутреннее. Соответственно, выбираем основное. Если наш сотрудник совмещает с кем-то внешнее совместительство, если совмещает внутри организации, то мы выбираем внутреннее совместительство. Подразделение, ну и должность. Смотрим, какие у нас есть должности. Ну вот мы с вами создали в штатном расписании должность старшего кладовщика. Ну, давайте ее и выберем. Сразу мы видим, что у нас потянулся отпуск 28 дней. Если бы мы задали дополнительный отпуск, здесь у нас был бы отпуск более длительный. Подтянулась трудовая функция, наименование документа, который мы делаем, приказ. Если сотрудник ранее нигде не работал, то мы ставим с вами здесь галочку. Соответственно, трудовые книжки не оформляются, а ведется в электронном виде. Ну и, соответственно, способ ведения трудовой книжки. Если мы ставим по прежнему месту работы, то мы можем выбирать бумажное, либо в электронной форме. Ну и ставим, соответственно, с какой даты. Также есть возможность работать с разрядами и категориями. Соответственно, если большие организации, то бывают раньше разряды, разные разряды, категории. Соответственно, тогда нужно тоже ввести отдельный справочник и все это сюда подтягивать. Вот нам подтянулся из штатного расписания. Переходим на закладку «Оплата труда». У нас есть оклад. При желании мы можем, допустим, добавить какую-то надбавку, если захотим. Но в данном случае стаж не задан. Если у нас есть трудовая книжка, то, соответственно, мы заполняем, что, ну, допустим, по 07.07.2024 составил пусть 10 лет, 7 месяцев. Дней. Да, добавляем надбавки. Оставляем оклад, как у меня было. Переходим в заполнение трудового договора. Здесь мы проставляем номер трудового договора, допустим, первый от. Если договор срочный, то мы можем поставить срок действия. Ну, допустим, пусть будет до 31.2024. Основание заключения срочного договора, допустим, для выполнения сезонных работ. Срок заключения. Так, это у нас получается 7 месяцев. Нет, 6. Условия приема у нас основное место работы, полная занятость. Можно предусмотреть какие-то другие прописать. Можно прописать оборудование рабочее во место. Также основание представителя. То есть в данном случае, если подписывает трудовой договор
не директор, а какой-то другой представитель, допустим, по приказу или по доверенности по внутренней, да, соответственно, здесь прописывается доверенность, допустим. Провели. Ну и давайте посмотрим наши печатные формы. Основная – это приказ о приеме на работу. Форма. Видим, что подтянулись все наши данные, и табель, и дата, номер трудового договора от 1 июля, а дата приказа 4. Обращаем внимание, дата трудового договора может отличаться, если, допустим, вы прописали в трудовом договоре, что выходит сотрудник на работу с 4, допустим, июля. А трудовой договор заключили первого. Соответственно, тогда да, даты отличаются. Это нормально, такое может быть. Далее. Трудовой договор. Здесь есть типовой трудовой договор, который вы можете там дозаполнить. Прямо вот здесь вот дописать. Место работы определено там, допустим. Где или адрес, основное или адрес. График работы можете здесь проставить, ну, то есть все дополнительные, какие вам нужны данные. Печатаете. И, соответственно, есть у вас прием на работу и трудовой договор. А также есть еще две формы для маленьких предприятий. Совсем простой. И без условий оплаты. Что мы можем создать на основе, на основании? Можем сделать сведения о застрахованном лице ФСС и согласие на уведомление по электронке. То есть формируете и подписываете сотрудникам. В отчетах мы можем посмотреть движение документа по регистрам. И давайте с вами после приема, проведения посмотрим наше штатное расписание, как оно изменилось. Мы видим, что у нас появилось, что данная позиция стала занята, мы приняли сотрудника, и фото у нас соответствует. Что мы должны сделать в данном случае по мастеру производства? Мы видим, что занято две, а запланирована одна. Мы можем утвердить новое штатное расписание на, соответственно, запланированных две штатных единицы мастера производства. Ну и, соответственно, изменить оклад для того, чтобы наш плановый совпадал с фактическим. Ну, соответственно, это для принятия управленческих решений по кадровому делопроизводству. Итак, если у вас есть вопросики, можете написать в чат. Еще раз напомню, какие разделы мы сегодня прошли. Мы с вами посмотрели в NCI, как настроить ведение кадрового учета. Рассмотрели с вами, как создать новую позицию штатного расписания. Посмотрели с вами, как утвердить позиции, печатные формы. Провели с вами анализ штатного расписания. Далее мы создали физическое лицо. И приняли его на работу. Если вам интересна данная тема, то, пожалуйста, пишите в комментариях в чате, какие вопросы по кадровому учету вы бы хотели еще рассмотреть. А на сегодня я прощаюсь с вами. Проводила для вас данный
Вебинар Моисеева Екатерина, компания Codreline. Всего доброго!